Более 40 тысяч жителей Подмосковья на портале «Добродел» оценили работу центров «Мои документы». 99% опрошенных оставили положительный отзыв о качестве услуг МФЦ. По мнению жителей, лучшим центром стал МФЦ в Одинцове, расположенный по адресу Можайское шоссе, дом 71. При этом Одинцовский округ стал и самым активным муниципалитетом по результатам голосования. На сегодняшний день подмосковные МФЦ предлагают своим клиентам не только в режиме одного окна получить государственные и муниципальные услуги, но и сделать фото на документы, сдать пластик и алюминий, проверить состояние своего здоровья или просто выпить чашку кофе.